Для начинки нам понадобится зелень. У меня укроп, мелко его нарезаю. Дальше огурчик. Лучше нарезать соломкой, но можете кубиками, если вам так больше нравится. Семгу нарезаем полосочками. Дальше берем лист лаваша, у меня со шпинатом, лаваш повезло взять, и намазываем его сливочным маслом. Намажьте даже больше, чем у меня, потому что будет еще вкуснее. Сверху кладем укропчик, огурец и лосось. Все равномерно распределяем. Далее сворачиваем лаваш рулетиком и желательно его оставить в пленочке на час в холодильнике. Приятного аппетита!